Разбуди меня звонок, на дисплее незнакомый номер. Да, алло, а там молчок, кто ж такую рань уже трезвонит. Наконец я слышу чей-то голос, голос чей-то, в общем-то, знакомый. Где же я, что за вопрос? Конечно, дома. Да, спасибо, я в недоумении. Ведь не мой сегодня день рождения. Не успел я возразить страшные поздравления. Не успел я возразить, сплошные поздравления.